до выхода на административные границы Донецкой, бывшей области, так и Луганской, бывшей области, остались считанные дни. Говорить о определенных сроках? Нет, бессмысленно, да. Мы вынуждены самостоятельно разыскивать своих родных по госпиталям, а также просматривать 1000 видео и фотографий погибших солдат в украинских пабликах, искать тела родных в морге. Друзья, всем привет! Ну что, еще один топ-генерал арестован в России. О самом российском обществе непонимание. Сколько же будет длиться война и вообще на чем она может закончиться? В общем, растерянность. Сейчас расскажу подробно о том, что там происходит. Не забудьте подписаться на канал. Не забудьте лайк, шер, комментарий. Но подписка очень важна. Так работает алгоритм YouTube, чтобы больше людей увидели видео. Важно, чтобы вы отреагировали прямо во время просмотра видео. Итак, друзья, начинаем. Арестован в Москве генерал-майор Константин Агиенко. Он командовал первой ордена Ленина специальной армией противовоздушной обороны и противоракетной обороны. Той самой армии ПВО, которая должна была защищать Москву. Элитная, самая лучшая, ну потому что на всю Россию, там, велика Россия, защищать ее сил нет, а вот Москву защитить надо. Ну а в Москве есть Путин, его резиденция, вот это нужно точно защитить. Агиенко обвиняется в том, что он вместе с другим генералом незаконно продавали земельные участки. В общем, вместо объектов ПВО там появлялось что-то другое. Но теперь мы понимаем, как беспилотники долетают, как бобры долетают до Москвы и ее как следует грызут. Спасибо, Агиенко, можно его представить в награде. Ну, в общем, показательная очень новость, как коррупция добивает даже самое сердце российского режима, небо над Москвой и над Кремлем. Вот она, знаете, небо упало им на голову за их же коррупцию. В принципе, заслужили. Вот еще смешно, в Москве недавно Собянин, значит, демонстрировал кадры, как они оборудуют новую площадку под панцирь С-1. Журналисты провели расследование, геолоцировали место. Правильно, возле Новоогарева, недалеко от резиденции Путина. Ну, в общем, вы поняли, кого? Не москвичей защитить, да, а одного, не совсем москвича, а бункерного деда. Так что, в общем, на это у них работает вся система, и то, друзья, не справляется. Ну а сейчас по срокам войны и настроениям у них там. Но сроки войны это интересно, потому что сейчас 561 день войны. Вот на первый день войны, 560 дней назад, Пенис Душилин, ну, Денис Пушилин, так вот он сообщал о том, что за считанные дни Россия выйдет на админграницу Донецкой и Луганской области. Послушайте клоуна. Не называя конкретных дат, но я скажу, что до выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области, остались считанные дни. В общем, считанные дни – это считанные 560 дней. И пока теперь уже отступает она там на границах Донецкой и Луганской области, но этого Пенис, конечно, рассказывать уже не станет. Ну а на этом фоне вот «Соловьиный помет» едет генералу Мордвичеву, которому только что Путин дал генерал-полковника, значит, который тут командует частью российской группировки в Украине, один из главных их сейчас командиров, тот ходит с ним по лесу и тот рассуждает, значит, что нет срока войны. Правда, он там уже сразу и на Восточную Европу замахивается, но пока с Украиной даже справиться не может. Еще обратите внимание, он говорит, что Украины хватит запала до конца августа на контрнаступ, а дальше нет. Но только как-то все пошло наоборот. Как раз в первых числах сентября наши успехи в контрнаступе увеличились. И сейчас реально появляется шанс прорвать их линию обороны. Ту самую пресловутую линию Суровикина. Ну, видимо, потом Мордвичев пойдет вслед за ним. Так ли это случится или нет, я не знаю. Но то, что наш контрнаступ, точно наступ, как они говорят, не выдохся, это факт. А послушайте, что они заливали. Война надолго. Я думаю, что достаточно еще времени придется потратить. Но говорить о определенных сроках? Нет, бессмысленно, да. Что там вообще определяться? Если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется, это, конечно, будет больше или дольше. Ну и вот что делать в такой ситуации? Да, понятно, что победы не видно и даже сроков они не называют. А что тогда видно? Какая цель? Выйти на переговоры, чтобы получить передышку? Ну, вроде логично. России и российской армии передышка нужна. С другой стороны, все ли воспримут у них это? Он еще один их генерал, Пулюковский, говорит о том, что не может быть половинчатых решений. Надо только победить, разгромить, дойти до конца. Послушайте. Не может быть половинчатого решения. Вот что страшно, чего я лично боюсь. Вот был вот этот пресловутый Хасавюртовский мир, назывался. Только его подписал Лебедь. Вот. Мне на другой же день задали вопрос. Будем воевать?
Мы вывели войска из Чечни тогда. Я сам занимался этим вопросом. Меня спрашивали, будем воевать? Я говорил, да, будем воевать. Прошло 2 года, мы опять стали воевать, опять стали гибнуть люди. В войне не может быть, будем говорить, таких половинчатых решений. Враг должен быть уничтожен. Врага нужно знать. Особенно военные, военнослужащие, солдат, офицер, генерал. Он должен знать, кто у него враг, кого он должен уничтожить. Вот была Великая Отечественная война, всем было понятно, враг сидит в Берлине. Пока не возьмем Берлин и, значит, не будет уничтожен Гитлер со своим окружением, война на этом не закончится. Была цель, которую знал весь наш советский народ. И гражданские, и дети, и взрослые, все брали Берлин. Я бы хотел, чтобы у нас тоже появилась какая-то цель. Что же мы должны взять? Вот. Что же мы должны уничтожить, чтобы не просто пришла победа, а чтобы больше не было войны? Я уже молчу о всяких Гиркиных, Стрелковых, которых там, Суровикиных, Пригожиных. Ну, части иных уж нет, а те далече, что называется. Ну, как вы видите, настроения там такие непонятные. Ну, а как же тогда хоть каких-то результатов добиваться? Ну, известно как. Больше мяса. И вот они там в Челябинске какие-то Z-патрули ходят по троллейбусам. И, значит, ловят мобиков уже там. Посмотрите. Ну, это все с новыми мобиками. А что с теми, кого уже мобилизировали? А тех ищут, знаете, ищут пожарные, ищут милиция, ищут, не могут найти. Вот женщины в Бурятии собрались, записали коллективное обращение. С лета ищут своих мужей из воинской части, зачитывают десятки фамилий, никого нет, все их игнорируют. Что с мужьями, неизвестно. Но мы вам могли бы сказать, что с мужьями. Не факт, что вам это понравится. Посмотрите. Республики Бурятия. Прикрепленный к воинской части 69-647. 37-я бригада, город Кяхта. Нами в разное время была получена информация о статусе наших родных, как пропавших без вести. Маноев, Васильев, Лукьянов, Тимофеев, Гамбоев, Лышов, Дарханов, Корнев, Заякин, Двоишников, Шунков, Немытышев, Брянский, Вологдин, Потясов, Тимошкин, Кондратьев, Ковалев, Перевалов, Воробьев, Драконовский, Гиполов, Синюшкин, Брюхов, Кравцов, Тижиков, Мондарев, Швецов, Виенков, Сафонов, Афанасьев, Иванов, Игнатьев, Семенов, Чернышев. И это только часть ребят, чья судьба нам неизвестна. Для получения какой-либо разъяснительной информации нами были направлены обращения в воинскую часть 69-647. В ответ мы получили полное безразличие со стороны командования этой части. Ну вот такие настроения на болотах, не супер радостные. Генералы воруют, врут и, значит, не понимают свои задачи. Мобиков ловят, кого поймали, того уже могилизировали. Ну вот такая история, друзья. Что нам остается делать? Держать строй. Держим строй.